Привет, я Лена. Вы на канале, посвященном моему хобби – раскрашиванию. Добро пожаловать в новое уютное видео. Я очень хочу пораскрашивать осенние иллюстрации и решила провести еще один эксперимент и пораскрашивать 24 часа. Итак, в этом видео вы увидите, как я буду раскрашивать 24 часа только осенние иллюстрации. Оставайтесь со мной, желаю приятного просмотра. Давайте начнем с раскрасок, которые я отобрала, и иллюстрации, которые мне больше всего нравятся, которые больше всего подходят к этой теме. Конечно же, начнем с моих сезонных раскрасок. Это моя прогулка по временам года Риты Берман и мои очаровательные пушистые друзья. Все знают, что эти раскраски состоят из нескольких разделов, собранных по сезонам. В раскраске «Мои очаровательные пушистые друзья» у меня не раскрашено ни одной иллюстрации в осеннем разделе. Будет замечательно, если я какую-нибудь из этих иллюстраций раскрашу. Есть, конечно, хэллоуинский. Нет, мы такие раскрашивать сегодня не будем. Еще хэллоуинская. Много осенних с атрибутами осени. Белочки, листочки, желуди. Это уже начинается зимний раздел. Вот целый раздел на выбор. Дальше моя прогулка по временам года. Здесь раскрашено, по-моему, несколько иллюстраций из осеннего раздела. Но тоже хочется что-то. Мне нравятся вот эти деревья с пасмурным небом. Будет пара к капелькам дождя. Урожай нет, не хочу. Осенние листья. Но, наверное, это будет достаточно трудоемкий разворот. Но он, конечно, классненький. Так, тыквы тоже нет. Вот этот тоже красивый. Ветер уносит листья. Сапоги, дождик. Вот это раскрашенная иллюстрация. По-моему, я ее раскрашивала в прошлом году. Ну и все, и вот начинается уже зимний. Так, какой-нибудь из этой книги. Очень мне нравится здесь вот этот листопад. Я хочу его раскрасить именно в осенних цветах. Вот такая иллюстрация с осенними наклеечками. Их две. И в прошлом году я раскрасила вот эту. В этом году раскрашу вторую. Ну, только нужно будет использовать другую цветовую гамму. Так, следующая. Моя новая любовь – лисопад. Выбрала вот такую лисичку под зонтиком. Далее лисы, рисунки для медитации. Здесь не совсем, конечно, они осенние, но можно стилизовать. Вот хочу такой пейзаж. Далее вот такая лисичка. Только меня смущает ее поза. Она так лежит, как будто заболела. И вот такое дерево. Оно, конечно, вот оно осеннее. Было бы замечательно раскрасить именно это деревце. Джоанна. Зачарованный лес. Есть вот такой компас. Можно разделить на сектора и раскрасить по сезонам, попробовать или раскрасить на лето и осень. Ну, пока вот такая идея. Дальше будет более понятно, что именно я выберу. И вот эта композиция с листьями и совушкой. Ну, также вот видится мне в осенних листочках, в приглушенных тонах. Цветы можно сделать оранжево-желтыми, бордовыми. Думаю, будет симпатично. И две раскраски Ханны Карлсон.
Магический дом, конечно, он более волшебный, магический, хэллоуинский, но я вот еще для челленджа по совместному раскрашиванию Ханны Карлсон хотела раскрасить этого кролика. Может быть, как раз раскрашу сейчас. Закладку, конечно, положила, но не знаю, возможно, это не очень, конечно, подходящая иллюстрация к осеннему марафону. Думаю, ну, не знаю, подумаю. А в заколдованном лесу уже более такие осенние картинки. Вот такая композиция жучок и дубочки. И следующие кленовые листочки, вообще осенний атрибут. И я даже уже придумала идею, что если буду ее раскрашивать, попробую раскрасить в таком же стиле. Это детская акварель, на фоне детская акварель, нанесенная губкой. И получается такой интересный эффект. Возможно, здесь попробую также, если, конечно, выберу эту иллюстрацию. И круг жизни. Мне понравились вот эти волки. Не знаю. Хочется мне раскрасить именно эту иллюстрацию. И давно я не раскрашивала круг жизни. Может быть, все-таки раскрасить. Ну вот, еще такая. Такие у меня грандиозные планы. 9 раскрасок. Пожелайте мне удачи. Надеюсь, у меня все получится. Я раскрашу много красивых иллюстраций. Сегодня четверг, 19 сентября, 11:36. Давайте приступим раскрашивать. И начнем мы, скорее всего, давайте с сезонных раскрасок. Давайте начнем с сезонной раскраски. Мои очаровательные пушистые друзья. Буду раскрашивать вот этих замечательных кошечек. Я планирую в этом челлендже использовать, как всегда, все, что у меня есть. Акварель, карандаши, гелевые ручки с блестками, гель с блестками, акварель с блестками. Начну с этой иллюстрации и начну раскрашивать ее карандашами. Вот мой основной пенал и мои любименькие Берлинго Супер Софт. Начнем с дубовых листочков. Выбрала 3 оттенка зеленого. Классненькая раскраска с очень милыми иллюстрациями. Думаю, что за эту осень еще раскрашу в ней несколько картинок. Время 12:06. Хочу поделиться с вами промежуточным результатом. Я закончила раскрашивать все листочки. Буду приступать к раскрашиванию котиков. Котиков хочу сделать рыженькими. Думаю, они хорошо будут смотреться зелеными листиками. У меня есть любимый розовый цвет. Это карандаш мастер-класс от Невской палитры номер 20. Очень красивый оттенок. Я буду раскрашивать этим карандашом лапки, ушки и носик. Ну, красота же, да? Время 13:06. Я приступаю к следующей картинке. Это будет лисичка в раскраске лесопад. Вот это с зонтиком. Фон буду раскрашивать акварелью «Белые ночи». С грануляцией у меня голубая дымка, серо-розовая дымка, фиолетовая мгла. Сейчас какой-нибудь фон намешаю из этих акварелек.
Из этой серии у меня есть одна раскраска «Зима в лесу». И решила купить себе на осень раскраску с лисиками. Очень я довольна покупкой, классные иллюстрации, такие озорные лисички. С удовольствием у них раскрашиваю, пока раскрашена только одна иллюстрация. Я раскрасила фон, у меня здесь огромные лужи, оставлю подсыхать. Я примерно подобрала палитру, которой дальше буду раскрашивать лисичку: оранжевый, фиолетовый, зеленый, оливковый зеленый, желтый. Оставлю сохнуть, а пока выберу следующую иллюстрацию. Я тут подумала, если я уже достала акварель, сделаю я еще один фон в раскраске лисы, рисунки для медитации. Также пасмурное небо, сделаю вот у этого деревца. В этой раскраске двухсторонние иллюстрации, поэтому гранулирующую акварель использовать не буду. Гранулирующая акварель сильно протекает на оборотную сторону. Я использую несколько оттенков голубой акварели: ультрамарин, кобальт синий, ярко-голубая и индиго. Сделаю еще один акварельный фон, заколдованный лес, кленовые листочки. Буду использовать медовую акварель и губку. Ханна Карлсон, конечно, классная художница, у нее свой неповторимый уникальный стиль, но у меня с ней какие-то сложные отношения. У меня две раскраски, и в обеих раскрашено достаточно мало иллюстраций. Специально придумываю для себя разные задания, чтобы пораскрашивать в этих раскрасках. Время 18:08, я продолжаю раскрашивать. Очень классную палитру я собрала для раскрашивания кленовых листочков. И вот даже немножко видно, я начала раскрашивать. Очень яркие получаются листики. Я начинаю следующую иллюстрацию в раскраске Риты Берман «Моя прогулка по временам года». Время 19:30. Доброе пятничное утро. Сегодня 20 сентября. Время 7:45. Я возвращаюсь к своим сапогам. Буду раскрашивать домики мятным и фиолетовым. Мне нравится такое сочетание цветов. Время 10:22. Осталось раскрашивать часик. Хочу раскрасить иллюстрацию в раскраске для ленивых. Я планировала раскрасить вот эти наклеечки, но что-то мне не хочется. Я хочу все-таки раскрасить листопад. Я думаю, как раз часика мне хватит, и я успею раскрасить эту иллюстрацию. Это будет последняя картинка этого челленджа. Я отобрала, вернее, я буду раскрашивать ее всеми зелеными, желтыми, оранжевыми карандашами, какие у меня есть, но хочу начать с Kohinoor Polycolor. Мне понравились эти карандашки, у них такие приглушенные зеленые оттенки, как раз подходят к раскрашиванию осенних листочков. Я купила эту раскраску в прошлом году. Поначалу она мне не очень понравилась, а сейчас я так часто в ней раскрашиваю, и в ней достаточно много раскрашенных картинок. И как и все мои раскраски, я хочу ее когда-нибудь закончить. Ну что ж, я закончила. Мой 24-часовой челлендж подошел к концу. Я закончила даже на несколько минут раньше, чем истекло 24 часа. Я раскрасила в 5 книгах, раскрасила 5 иллюстраций. Хочу показать вам готовые иллюстрации. Давайте начнем с первой раскрашенной иллюстрации. Это мои очаровательные пушистые друзья и очаровательные рыжие котики. Я, как и планировала, раскрасила котиков рыженькими. Больше всех мне нравится вот этот котик. Такой он получился красивенький. Такой миленький. У него такой розовый носик. Мне нравится. Следующая раскраска лисы, рисунки для медитации. И осенний пейзаж. Небо раскрашено акварелью. Все остальное раскрашено цветными карандашами. Дерево раскрашено многоцветными карандашами Kohinoor Tritone. Я добавила капли белой акварели, белой гуаши, чтобы разбавить
пасмурное небо. Вообще я планировала, что это капельки дождя, но белая гуашь стала похожа на снег. Ну, как будто бы это поздняя осень, и листочка совсем на дереве не осталось. Такой осенний пейзаж. Следующая картинка – это заколдованный лес и кленовые листочки. Мне нравится результат. Я совершенно довольна. Очень красиво получилось. Фон раскрашен акварелью и губкой. Добавлена также губкой акварель «Белые ночи», желто-зеленое мерцание. Красиво переливается. Все, как я люблю. Звездочки раскрашены золотой ручкой. Цепи раскрашены карандашом «Металлик». Изумруды и листья раскрашены цветными карандашами. Очень яркая осенняя картинка получилась. Следующая картинка – это моя прогулка по временам года. И дождик. Сапоги, конечно, получились как-то простовато, но зато мне нравится, как получился зонтик и город в зонтике. Зонт обведен, контур зонта обведен белой гелевой ручкой, как будто бы это прозрачный зонт, и в его куполе находится город. Капли украшены синей акварелью мерцания. Лужа тоже украшена этой акварелью, поблескивает. Классненькая получилась иллюстрация. И последняя иллюстрация этого челленджа – это раскраска для ленивых и листопад. Красивые получились листочки. Красиво я собрала палитру. Мне нравится вот это сочетание цветов красного, оранжевого и желтого, которые я использовала на листьях клена. Также применила для раскрашивания вот этих листьев. Я очень хотела раскрасить эту иллюстрацию. Раскрасила в этом челлендже и абсолютно довольна. Я забыла показать вам еще одну раскрашенную работу. В раскраске «Лесопад» я раскрасила лисичку. Вот такой у меня осенний челлендж получился. Я с удовольствием пораскрашивала иллюстрации на осеннюю тему. Я очень довольна результатом. Это, конечно, интересный эксперимент раскрашивать 24 часа. В целом мне понравилось. Обязательно пишите в комментариях, какие эксперименты в своем творчестве используете вы. Будет очень интересно почитать. А мне больше всего понравилась иллюстрация с листьями клена, листопад в раскраске для ленивых и котики. Пишите в комментариях, какая иллюстрация понравилась вам. Будет интересно прочитать, совпадет ваше мнение с моим или нет. Огромное спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы приятно провели со мной свое время. Обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на Дзен и Рутюб. Для более динамичного общения подписывайтесь на мой телеграм-канал. Не забудьте поставить лайк. Всех обнимаю. Совсем скоро увидимся в новых видео. Пока!